Оставленная сумка всполошила сотрудников и посетителей Рембыттехника. Во втором часу дня 22 марта к зданию торгового центра стянулись спецслужбы. Основные события развернулись в филиале банка. Пришел мужчина с сумкой, оставил ее. Потом спросил, есть ли тут охрана, вышел из здания, ушел в сторону вокзала. Работа кинологов заняла около 30 минут. Они проверили помещение, забрали сумку и уехали с места происшествия.